Теряются. Их нет. Их не регистрируют. А если регистрируют, то в ЕРДР, конечно же, никто не может. Значит, мы произвели запись нашей встречи с Камашкой 23 числа, 23 декабря. Значит, мы сейчас предоставим полный разговор и полное обещание Камашка Владимир Владимирович, который он не исполняет. Не исполняет. Большой вопрос ставится о том, способен ли такой человек занимать должность в этом здании. Если контролировать он, не контролировать, не исполнять. На 200 фамилий. А пока я с ним не общалась, я не могу общаться. Мы с одним руководителем стоим. Убираем, у вас чего не убираем? Мы все убираем. Как это? Тут они не стоят, вы не пропускаете на прием. Что это за новости? Не могу попасть уже четвертый год на прием. Ну, пожалуйста, не в тени снимайте. Вот снимайте, записывайте, что я говорю. Ни один здесь не попал. Кто попал на прием прокурору? Да как не кричать, я живу в таком котелке, и мы вообще все в войне. А здесь рулят у нас коммуняки. Прежде чем увольнять прокурора, нам надо попасть к нему в лицо, видеть. Мне хоть 1000 подписей сейчас подайте. Но пока я не увижу прокурора, не пообщаюсь с ним сама, я подписывать этот документ не буду, вплоть до расстрела. Я так понимаю, надо видеть объективность, надо видеть, как работает. У нас меняются как перчатки руководители. Господи, не там мы можем говорить, прекрасные юноши. Поэтому мне надо видеть прокурора, вот, или пусть он нам здесь образ свой покажет, или что нужно. Я давала телеграмму генеральному прокурору, здесь затормозили телеграмму. Если не затормозили, моя телеграмма должна быть бы им руководством к действию сейчас. Все, что я сообщила в телеграмме. 100 гривен, 1000 получаю, 100 гривен на телеграмму потратила.